По Одесской академии стартовал новый набор на курсы частных судебных исполнителей. Он 7-й по счету, который проводят в ВУЗе. Несколько лет назад Юракадемия стала первым университетом, который получил право на подготовку специалистов в этой сфере и успешно выполняет эту функцию. Я такой же выпускник юридичной академии 2006 года. Тому рівень-то високий. Юридична академія має дуже високий рівень матеріально-технічної бази. Ну, це навіть вже така аксіома, яку, напевно, не стоїть навіть і доказувати. Воно є, так було, я пам'ятаю, 10 років тому назад, і думаю, що це буде ще краще матеріально-технічна база. Всі умови для студентів створені на високому рівні. Я на сьогоднішній день був дуже приємно здивований, коли поруч зі мною сидів один із лекторів дистанційного навчання, онлайн-курсів навчання, які запроваджені по всій країні і які проходять майже всі кандидати на приватних виконавців. Три роки назад по ініціативі президента університету Сергія Васильовича Ківалова були організовані курси по підготовці кандидатів в частні исполнители. І в кінці 2019 року вже нове руководство Міністерства юстиції України успішно продлило ліцензію на наші курси. І ми вже в 2020 році сьогодні відкриваємо новий набір, который является уже 7-м по счету, который, как всегда, востребован. Пришли множество людей, которые работают в сфере. Для поступления на курсы у кандидата должно быть наличие высшего юридического образования, двухлетний стаж работы в юриспруденции, возраст до 25 лет. Слушатели курсов – практикующие юристы. У большинства из них есть опыт работы с судебным исполнителем в государственной исполнительной службе. Этот кандидат обязан знать основы гражданского процесса, гражданского права. Ну и на наших курсах большой уклон делается именно в подготовке по нормативной базе, связанной с исполнением решений судов. Это, конечно же, закон об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение решений судов, а также закон об исполнительном производстве. В нашем ВУЗе при подготовке будущих частных исполнителей также читают лекции и принимают участие в подготовке будущих специалистов уже действующие частные исполнители, которые на данный момент прошли этот курс обучения, сдали экзамены, уже работают на практике. Почему остановил свой выбор на юридической академии? Ну, мы патриоты своего города, и мы любим юридическую академию. И еще раз говорю, что те знания, которые дает юридическая академия, будет давать, они наилучшие. Это мой выбор, и я советую также последовать моему примеру и других наших юристов. Чтобы пройти курсы подготовки частных исполнителей в Одесскую юрокадемию, приезжают слушатели со всей Украины. Профессия частного исполнителя является одной из самых престижных в юридической сфере, а также хорошо оплачиваемой. Частный исполнитель получает 10% от суммы, взысканной по решению суда. Таким образом, Одесская юрокадемия является не только центром подготовки высококлассных специалистов, но и также центром повышения квалификации для практикующих юристов.